Сейчас я перезашел и все, жопа. Хрей, ты на сервере? Так нет, ты же его выключил. А, ну вот, я его выключил, я его перезагрузил. А, мамочки мои родные. А это можно как-то вырубить? Я не знаю, почему вот это вот началось. Донаты сейчас прочитаю, ребята, не переживайте. На обычном сервере... О, на обычном сервере тут 4 человека. Здравствуйте. А, ладно. Ну, я не пускает! Не пускает! Ладно, сейчас подождем, может пустит, как это было на прошлом сервере. Если, короче, не будет пускать, этот сервер манал. Потому что... Как ты хорошо забайтил людей, чтобы все начали заходить на обычный сервер. Ну вот, заходите, вот зайдите на обычный сервер и там играйте, на обычном сервере. А, ну да, те, кто выигрывает рулеткой, они сразу на два сервера попадают. Попадают на хардкор и попадают... Ладно, давайте я вам покажу тогда обычный сервер. Вот, есть вот этот вот сервер. Вход по пропускам. Вот он. Сюда могут зайти только, ну... Есть хардкор сервер, где мы играем на стриме, а есть вот этот вот сервер. Тут играют как бы люди каждый день. Самый большой задрот здесь как бы... А-а-а, сколько людей зашло! Самый большой задрот здесь это Стасик. Не только я, все мои жители, мои деревни. Я тут копаю. Где ты, Стасик? Где ты, Стасик? Вот, ты меня... Ты ко мне телепортируешь. Ага. Пойдем, покажу тогда. Ну, раз так. Вот тут будет замок с жителями. Вот у меня тут замок стоит. Замок с жителями в шахте, да? Да, в шахте. Подожди, подожди, подожди. А ты где? Я поднялась на лифте вверх. А, спасибо. Стасик, ты где? Да я в лифте вот плаваю. Так а где? Ну ты лау тут разлил. Так я не вижу, где ты? Да в смысле ты лау тут разлил? О, ты поджег вон вулкану, бедного поджег. Нет, это я уже. Вон, блоки летающие тут у нас тут летают. Вас кто-то поздыхал? У вас кто-то поздыхал, что самое главное? Ну, как бы, мне кажется, вам надо здесь лучше обезопасить вашу вот эту вот всю площадку, потому что как-то у вас здесь, мне кажется, почему-то небезопасно. Вот. О, у нас тут это, Мишка стал... Я не понимаю, как. Так, потому что, не, потому вы живете в шахте, вы живете в шахте, у вас тут, вот смотри, как у тебя за спиной это, Стасик, как у тебя плохо освещено за спиной, видишь? Не вижу, у меня гамма включена. Из-за этого, из-за этого... Понимаешь, у меня гамма включена. Это о, криперы, подождите, криперы, нам нужны криперы. Из-за этого... Да, 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 хорошо. Вам нужны, вам нужны криперы? Ну, нам нужен порох. А, вот хорошо. Сразу динамита. Там, да. Это, да. Хорошо, да, хорошо, давай, 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 знать, знать, конечно, 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 конечно. Да, это, собирайте, собирайте порох, ребята, собирайте порох, вам нужен, собирайте порох. Так, давай, 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 давай. Стасик сама попросила, Стасик попросила, 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 вам нужны... Нормально, нормально, нормально. Держите криперов, держите криперов. Так, это хорошо, это хорошо. Везде, по всему городу должны быть криперы, потому что Стасику нужен порох. Я как бы щедрая душа человеческая. Я вообще я никого не убиваю. Мне твои коты-то, кота зачем? Все, чтобы были криперы, самое главное, чтобы у всех был порох. Господи, вот я просто зашел на этот сервер, вот я просто зашел на этот сервер, пока мы ждем, пока другой включится, и тут огромная куча народу. Но что самое главное... У вас какая-то аномалия, мне кажется, немного происходит как-то вот это, на этом самом, на сервере, вам не кажется? В смысле? Да нет. Каком? Ну, да, нормально все. Где? Да потому что у вас какая-то непонятная дичь. Деды в трусах здесь бегают. Криперы, кошки, медведи умирают почему-то, вам не кажется? А нечего криперов спавнить. Кто? Ты! Ты что, с ума сошла? Нет. Гаст! Это еще что такое? Это что? Бедный Стасик. Стасик, бегу, подожди. Открыть огонь! Можно спавнер, а не вот это? А, можно еще один? Дайте лук, дайте лук, дайте можешь мне, чтобы дракона очистить... заспавнить? Дайте стрелы! Дайте стрелы!
Слушайте, если вы хотите, я, конечно, могу заспавнить визера. Давай. И тогда от вашего города больше не останется. Подожди, не спай. А что не эндердракона? Включите, пожалуйста, как можно скорее вот этот вот сервер, потому что сейчас вот их шикарного подземного города больше ничего не останется. Подожди, не разрушай, я бегу, мне минуту бежать. Да ставь уже быстрее. Стасик, так неинтересно! Что? Почему неинтересно? В смысле? О! Что ты хотела сказать? Ты четырёга, читерский дед! Он профессиональный этот... Он профессиональный читер! Бэдварсер! Пробуй, сейчас кошка умрет. Через раз... Два не надо! И минус кошка! Чё вы её тогда сюда притащили? Я могу стрелять! Стреляй! Кошки! Ты дебил! Ты двух моих котов убил! А зачем ты выстрелил? А зачем ты выстрелил? Ты сказал открыть огонь! А почему ты меня слушаешь? Почему ты меня слушаешь? Я не играю даже здесь! Почему ты меня слушаешь? Даня тебя Стася возненавидит просто! Класс! А просто... самое ужасное, что эти кошки не спавнятся заново. Ну, я тебе осла подарить. Просто... Осла хочешь? Скажи, зачем мне осел? Мне скажи, дурачку выстрелить, дурачок выстрелит. А кто тебе сказал то, что надо стрелять? Ты четырюга читерский, ты дед в труханах. Ты чё мне тут будешь это читы свои использовать? Читерские. А вы где? Я горю, как агония. У меня агония. Стреляй, Игзанил, стреляй, Игзанил, стреляй. Меня убили. Я поняла, где вы. А зачем вы Игзанила убили? Я убила за котов. Извините. Ну да, за котов надо. За А знаешь почему? Да. Потому что почини сервер, сделай так, чтобы это... Я тебе кто, чинильщик тоже. Сервера, что ли? Я понять да. не могу. Нет, твой Стасик. Сервер. И чё, я не умею... Я не умею сейчас починить то, чтобы людей на сервер пускало. Как ты хочешь, чтобы я починил это? Ну ты же профессионал. Я поэтому... не профессионал. Служба идентификации отключены. Попробуйте попытку позже. Чё я могу сделать? О, подожди. Что ты... Что он делает? Хм. Что он делает? Что? А, не, они медленно, они... Дед, пока. Дед, пока. А, ты смотри, выжил, Не, они медленно, они медленные. Они, ну, в смысле, они быстро не бегают, поэтому они скучненькие. Они, ну, не смогут... А, нет, они бегают нормально! Это вулкан! Ой, ёпанский лук. Нормально. Убейте Стасика, пожалуйста, я вас умоляю. Просто убейте Стасика. Просто я... Вот это все, что я... Ты нормальный! Спасибо. Вы понимаете, что он еще обычных пиглинов заспавнил, а я одного ударила? Это я не спавнил обычных, это брутальные превратились в них. Ты что, в Майнкрафт играть не умеешь? Сюха, иди разбирай, иди разбирайся. Иди разбирайся с пиглинами, а не убегай! Пипец. Вот знаете, есть песня у Глюкозы, но это полный пипец. Да. А что вы хотели? А что, вы меня пустили на свой сервер? Думали, что здесь все так легко будет? Нет, ребята, разбирайтесь сейчас с этими проблемами. Сейчас сюда, зачем Стасик... нам пиглины? Нам не нужны пиглины. Стасик, иди делай дела, иди назад. Иди разбирайся. Ну как я могу пойти назад? Меня сейчас убьют. Стасик, иди разбирайся. Иди разбирайся, Стасик. Я разбираюсь. И чё ты, как трусишка, убежала со своего города. Убежала с города, как трусишка. Подожди, стой, дай хоть отрегениться. Да, у меня осталось одно Стасик, хп. Конечно, ну, бро, конечно, ну по-братски, ну бро, ну слушай. Хорошо. Дай по-братски отхилиться. Да, Стасик, да, всё. Вот это все, вот дурак? Это все. Шо? Зачем ты убрал воду? А чтобы ты не поднималась больше, понимаешь? И мост вам разрушу, вот так вот. Не надо! А как я вернусь домой? Все, вот так вот. Все, больше как никак не вернетесь. Так, сейчас самое главное убить Ксюху. Да, ребят, даже не просите меня там о каких-то этих, не просите меня... Привет, Эд, как дела? Не просите меня с кем-то там помириться или еще что-то там, не просите. А с кем ты должен помириться? Да я не знаю, ну, люди... Понятное дело, что со мной, но нет, он все-таки... люди в чате пишут там, прости кого-то, прости, я не понимаю, у кого мне нужно просить? Да уйди ты! Я просто не понимаю, кто мне сделал плохое зло, что я должен кого-то простить. Кто-то подберите эти штуки! У меня нету... Ладно, подождите сейчас. Какие штуки? Ну вот эти цветочки. Да ты издеваешься вообще, что? А что, он до Ксюхи теперь добрался? Да!
Это, я предлагаю сделать испытание. Я предлагаю сделать испытание. Испытание с где? С кем? Смотри, построить столб такой большой. Мы с ним будем прыгать и ставить под себя воду. Да ты дурак! Что это за испытание такое? Не знаю, что такое. Так это не хардкор. Что будет, если вот кто-то прыгает? Ну ничего. Ну, да ты издеваешься, что? Ну да, как бы в этом-то вся суть, то, что я издеваюсь. Ты только сейчас поняла? Да ты как? Куда? О, ты издеваешься, да. Ребята, вы меня зря, конечно, вот это, меня зря пустили на этот сервер, как мне кажется, так. Ну вот этот, который ты... Да ёханый бабай, ну ёханый бабай! Удачи. Так, спокойно. У меня пропуска нету, помогите. Ну и чё ты здесь делаешь? Господи, ты чё? Не-н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 е-
выходите с сервера, пока не поздно. Я сидела, строила дорожку. Можно мне сначала на него войти? Дайте пропуск. Ребята, я не знаю, как вы, а я в безопасности. Флозер! Флозер, ты... Я на спаунке. Валим быстро. Ой, задел, извините. Ребята, валим на вест. На вест валим. Ребята, я... Все ненормальные, какие еще? Задел их. Да. На вест валим. Да, их Данил, да. Попытайся. Да, все, я умер, я сдох. Да, давай, Данил. До свидания, давай. Ребята, приятного закончить. Ты смотри, какой живу. Живучий, ты посмотри на него, посмотри, далеко. Не, мое. Да, до свидания. Так.